Снова здравствуйте, дорогие подписчики, те, кто забежал на огонек. Доходят у меня, наконец, руки до очередной распаковки. Будем пытаться все это дело заснять. Значит, стараюсь все это дело разделить, да, то есть, чтобы были похожие вещи. Ну, там, если вам интересен телефон, да, зачем вам смотреть распаковку дополнительной кроссовки? Это неправильно. Поэтому их надо разделять. В этой коробке находится телефон Asus ZenFone Max. И он у меня считается победителем товаров, которые есть смысл покупать в Китае. Почему? Потому что точно такой же здесь стоит 16 тысяч. А в Китае он будет стоить... лучшей версии, да, версия 32 гигабайта, будет стоить 10 тысяч. То есть, это очень существенная разница. Причем, долетает он до нас, там, до Москвы в среднем за 2 недели. И, ну, практически ничем не отличается от того, что продается здесь. Значит, в нашем случае продавец мне положил несколько стеклышек в подарок, но если вы смотрели предыдущие видео, то там я показывал, что они... не совсем хорошо подходит на этот телефон, поэтому их не буду даже про них рассказывать, да? Бампер мы оставим недалеко, защитная пленка, ну, ничего интересного, мы ее тоже убираем. Вот здесь вот уже поинтересней. Это оригинальные наушники, которые дают достаточно хороший звук. Видите, вот есть голограммки все необходимые, и есть два цвета упаковок, серебристый и вот такая белая. Оба цвета являются оригинальным. На них сейчас там идет небольшая акция, они продаются со скидкой. И надо понимать, что в комплекте наушники не идут. Если вы любите слушать музыку через наушники, да, то ну, рекомендую заказывать сразу вместе с ними. Остатки телефонов 16 гигабайт версии. Это от декабря 2015 года. Непонятно, где он там на складах долго бултыхался, учитывая, что сейчас у нас идет 7 месяц. Ну, а видим, вот внутри вот такой вот телефон. У телефона из приятного, да, сзади крышка под кожу. Ее очень приятно держать в руке. Он имеет диагональ 5,5. Его диагональ экрана 5,5. Стекло Gorilla Glass 4. Очень прочное стекло. Я даже вот, ну, не пользуюсь никакими защитными стеклами, пленками дополнительно. Вот я считаю, они мне не нужны. Особенность. Аккумулятор 5000 мАч. Очень долго держит заряд. И можно от него даже заряжать другие устройства. Например, Bluetooth-гарнитуру, либо другой телефон, используя его как пауэрбанк. Значит, вот мы подошли к аксессуарам, которые я заказывал к этому телефону. Значит, первый аксессуар – это у нас бампер с флагом России. Шел он до меня неизвестно сколько, не стал я смотреть, ну, каких-то разумных сроков. Значит, в отличие от силиконового бампера, который легко гнется, этот, ну, более жесткий. Даже не более, а вот, ну, жесткий. Значит, на нем... нарисован флаг России, герб перед ним. Достаточно качественный рисунок. Вот ногтем чуть пошуршал, вроде не стирается. Давайте посмотрим, как он будет у нас с телефоном. Так, фонарик зачем-то я включил. Абсолютно непонятно. Значит, из-за того, что бампер жесткий, а у него идут вырезы для включения телефона, увеличения, уменьшения громкости. Здесь полностью свободно. Здесь полностью бок защищен. Низ полностью свободен. А сзади правильно сделан вырез для динамика, камеры, вспышки и лазерного автофокуса. То есть здесь все хорошо. А внизу находится динамик, тоже все хорошо. Ну, из-за того, что краска нанесена, достаточно хорошо в руках. Крепко держится. Вот так вот телефон выглядит в этом бампере. Стоит он, насколько помню, порядка 150 рублей. Ну, вот если вот вы больше любите защитные чехлы, которые жесткие, да, и такая расцветка вам подойдет, ну, смело заказывайте. Я, правда, не помню, есть ли другие цвета у этого продавца, поэтому
Обманывать вас не буду, ссылку положу, ну, зайдете, посмотрите. Значит, все-таки давайте вот этот вот силиконовый я надену на телефон, чтобы было понятно, как в силиконовом бампере выглядит телефон. Значит, все точно так же, да, прорезь под динамик для зарядки, да, отверстие для микрофона. Точно так же здесь все хорошо. И есть у него вот особенность, все-таки немножко жестковато нажимаются кнопки, ну, вполне можно нажать. Хотя, вы знаете, вот кнопка, наверное, даже не сильно нужна, потому что я экран включаю двойным тапом, двойным нажатием. Вот, мы два раза нажали, он включился, два раза нажали, он выключился. Поэтому мне вот кнопка включения не сильно нужна. Даже можно было бы ее и спрятать. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас не совсем это подойдет. Да, вот посмотрим, как будет выглядеть вот этот чехольчик. Здесь у нас чехол с медведем. Насколько я помню, там какой-то симпатичный мишка был. Да, вот такой вот мишка у нас нарисован. Курит сигаретку, третий номер нарисован. Чем-то он мне на Prodigy похож. У него, помню, такие же рожки такого плана были. Значит, чехол тоже абсолютно такой же. Да, ну просто вот имеет другой рисунок. Имеет другой рисунок. Точно так же все симпатично надевается. Все хорошо, мне этот рисунок симпатичен, я, может быть, даже и оставлю его. Хотя вот, наверное, нет, не оставлю. Да, к сожалению, наверное, он у меня не подойдет. Хотя, возможно, я буду его использовать в крайних случаях, когда еду на какие-нибудь мероприятия а-ля пинбольных игр. А почему я его не буду носить обычно? Сейчас я вам попробую показать. Хотя давайте, наверное, прям с чехлом и покажем, что я пользуюсь моими любимыми чехлами-кошельками. Чехол-кошелек, чехлы-кошельки. Как правильно сказать? Пользуюсь такой вещью, как чехол-кошелек с магнитами. Вот. А есть особенность. Они очень долго идут. То есть вот это шло порядка 40 дней. Я стал наглым, я считаю, что это очень долго. Вот. Ну, у них, в принципе, есть платная доставка, по идее, должно существенно сократить скорость. Значит, вот, фловыми, как правильно это сказать. Значит, смысл какой? Очень хорошо прошит, очень приятен на ощупь, то есть вот он мягенький такой. Значит, давайте попробуем посмотреть, влезет он в бампере туда или нет. Если в бампере влезет, то, может быть, даже... Смотрите, он в бампере туда уместился. Он даже закрывается без проблем, магниты его держат. Ну, немножко толще, чем обычно торчит. Значит, сюда у нас умещаются три карты. Ну, скорее всего, это будут банковские, возможно, тройка, если вы с Москвы для проезда. А сюда умещаются деньги. До 5000 без проблем сюда все это дело лезет. Чехол предназначен для больших телефонов. То есть, если у вас телефон меньше, чем 5 дюймов диагональ, то, наверное, он для вас будет большой. И ни к чему он вам абсолютно. А вот если 5 и выше, то, ну, вот самое... Да что ж такое, я не могу вынуть телефон из цепких лап чехла. Извините, скоро я вернусь, наверное, обратно к видео. Может быть... У меня это получилось. Я это сделал. Значит, как выглядит все это дело без бампера. Вот так вот он умещается. Умещается вполне хорошо. Не знаю, насчет 6 дюймов уместится или нет. Будет зависеть, наверное, от толщины. Носится все это дело вот таким образом. Либо там убирается подмышку, когда что-то делаешь. Также можно там добавить документы, водительское удостоверение. Мне этот чехол очень нравится, у него есть очень много разных цветов, я пользуюсь черным. В принципе, вам рекомендую его к покупке, в зависимости от того, какой цвет любите, ну, выбирайте. Ссылку, опять же, в описании дам. Наверное, на этом видео остановлю, чтобы оно не было слишком длинным, чтобы не плевались люди, да, ой, там 20 минут видео идет, надо убирать.
Дальше будут очередные видео. У меня закончатся аксессуары. Есть еще немножко аксессуаров для телефонов есть. И я попробую сделать более плотный отчет, обзор по телефону. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делайте репосты. До скорой встречи!